В Хабаровске тысячи людей провели шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Это самый массовый митинг в истории города. Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала по подозрению в причастности к убийствам, совершенным 15 лет назад, и организации преступного сообщества. Заседание проходило в закрытом режиме. Мы его выбирали, и мы должны его судить. Мы его поддерживаем. Зачем его забрали в Москву? Мы не понимаем. За Фургала, чтобы остался Фургал, свободу ему. Вот эти вот лишние разговоры, что это, ничего не доказано. Но мы считаем, что за Фургала, вот Фургал, чтобы освободили его. Сергей Фургал свою вину отрицает. Следствие утверждает, что против него дали показания четверо фигурантов уголовного дела. Сергей Фургал был избран главой Хабаровского края осенью 2018 года. Он баллотировался от ЛДПР и во втором туре набрал почти 70% голосов.